Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поздравил ветеранов и работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. Наша страна играет важнейшую роль на мировых нефтяных рынках, а наш нефтегазовый комплекс продолжает активно развиваться, используя передовые технологии и демонстрируя рекордные показатели. Во многом труд людей – это тепло в наших домах, свет и уют. Особенные слова благодарности ПАО «Газпром», с которым у нашей республики давние и плодотворные отношения. Пусть реализуются все намеченные планы, говорится в поздравлении.